Время 12:56. Мы должны быть в Москве в 14:00 по расписанию автобусного маршрута, рейса. На данный момент мы встали в километре от Воронежа до пункта назначения, то есть Москвы осталось 514 километров. Соответственно, мы не успеваем приехать по времени. И сейчас мы стоим в километре от Воронежа, потому что сломался автобус. То есть перевозчик отправил автобус сломанный, не добросовестно, скажем так, не, технически не приспособленный к перевозке пассажиров на дальнее расстояние.